знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу. Потому что кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Иисус стал первенцем среди множества братьев. А кого Бог предопределил, тех Он и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, кто не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего остального? Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности? Преследование или голод? Нагота или угроза казни? Написано: «Ради Тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней. Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе. Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу. Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу. Потому что кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Иисус стал первенцем среди множества братьев.
потому, что кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу Своего Сына, чтобы Иисус стал первенцем среди множества братьев. Бог предопределил, тех Он и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Кого Бог предопределил, тех Он и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Кто не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего остального? Thank you.
тот, кто не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего остального? Будет обвинять избранных Богом. Если Бог оправдывает, кто может осудить? Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности, преследование или голод, нагота или угроза казни? Написано: «Ради Тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней». Thank you.
Кто может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности, преследование или голод, нагота или угроза казни? Написано: «Ради Тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней». Мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас. Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Thank you.
знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу. Потому что кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу Своего Сына, чтобы Иисус стал первенцем среди множества братьев. А кого Бог предопределил, тех Он и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, кто не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего остального? Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности? Преследование или голод? Нагота или угроза казни? Написано: «Ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней». Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, Господи нашему.